Фух, как же жарко. Прям не знаешь, куда деться. Но сегодня я попробую вас охладить, приготовив кофейный десерт и кофейный напиток. Первое – это кофейное желе. Очень популярный десерт Японии, и который часто можно встретить также в аниме. И второе – это будет банана Black Coffee. Напиток, который пили герои в аниме «Башня Бога». Если смотрели, то поставьте лайк, напишите комментарий. Давайте приступать. Для начала заварим кофе. Я буду использовать Fresh Press, кажется, так он называется. Способ заварки на самом деле не важен, используйте тот, который вам удобнее. 2 ложки кофе, стакан кипятка, обязательно, конечно же, пролить на стол. Закрываем, пусть чуть остынет, пока займемся желатином. В сотейник высыпаем где-то полпачки такого желатина, ну, примерно 7-8 грамм. Туда добавляем грамм 30 горячей воды. И даем постоять 1 минуту. Желатин должен впитать воду. Потом перемешиваем. Сюда же добавляем наш кофе и 2 ложки сахара. Это ориентировочно на 3-4 небольшие порции. Мешаем. Следующий шаг. Нам нужно довести нашу смесь до кипения. Как только закипает, выключаем плиту и разливаем по формам. Это могут быть стаканы, десертные пиалы, да и вообще все, что угодно. Полдела сделано, следующий шаг самый сложный. Нужно подождать. Желе отправляем в холодильник на 5-6 часов. А так как сейчас ночь, я уже покажу вам их утром. Так что, пока. Ну что, давайте попробуем. Вот за кофейное желешко. Оно продержалось в холодильнике больше 8 часов. Я был занят, поэтому не мог раньше их достать. Ну вот оно, смотрите. Держится. Пахнет кофе. Вкусненько. Сейчас попробуем, насколько это вкусно. Добавим сливки. Красота. Это действительно желешка. Вот. Кайфово. Не, мне понравилось. Я вам рекомендую попробовать тоже. Очень вкусно. Я думал, не будет не настолько оно густое. Блин, что я все на пол бросаю? Фу, я как свинья уже испачкался, на пол набросал. Давайте переходить к банана Black. Режим денег. Вот, держи. Банана Black. По сути, мы ничего не знаем об этом напитке. Но так как японцы являются большими гурманами кофе, можем представить, что они просто пьют холодный кофе с банановым сиропом. Я возьму один банан, добавлю сахар около 60 грамм и воды 150 миллилитров. Все хорошенько перемнем, но не увлекаемся. Этого достаточно. Отправляем на плиту до кипения, иногда помешивая. Как закипает, отключаем плиту и отделяем банановое пюре от сиропа. Можно немного помочь ложкой, но сильно не давите, мякоть в сиропе нам не нужна. Сладкие. Пол дела сделано. Дальше варим кофе. Я захотел сварить его в турке, для этого заливаем воду на один стакан. Берем кофе. У меня это крепкий Starbucks, молотый, 2 ложки. Доводим до кипения. Как же безо льда? Кофе-то у нас холодный. Заливаем кофе. И еще льда. Наливаем банановый сироп. И пробуем. Банановый кофе, aka Banana Black, готов. Что сказать по вкусу? Есть кислинка от кофе и легкая сладость от банана, но яркого вкуса банана я не почувствовал. Ну такое, на троечку. Мне больше понравилось банановое пюре, которое я потом съел. Такой вот прохладительный ролик получился. Пишите в комментариях, в какое время вы смотрите этот ролик и сколько у вас градусов. К примеру, сейчас у меня 2,53 и 23 градуса. Можно сказать, прохладная ночь. И также оставляйте свое мнение в комментариях по поводу этих рецептиков. Что хотели бы приготовить или попробовать. И также по желанию подписывайтесь на канал, ставьте лайк, это обязательно. Все, скоро увидимся, пока!